Oldsmobile 1958 года выпуска. Хлоя, Асия, за рулем Теодора Старсон. Хочу обратить ваше внимание на то, что автомобиль не был ремонтирован. Всего лишь внутренняя отделка салона частично изменена. Это модель 50-х годов концерна GM. Имеет полностью хромированный турбодвигатель. Автомобиль пребывает в хорошем состоянии. Также у него есть исторический сертификат транспортного средства из Рижского автомобильного музея.